Всем привет, с вами Зради. Сегодня мы играем в City Car Driving, и сегодня мы будем на вот таком вот гелике, который мне скинули. Сейчас давайте отъедем вперед чуть-чуть, я вам его покажу. Это гелик брабусный на 1000 лошадиных сил. Проверим, как он будет ехать. Я хочу только это проверить ночью. Такие вот стрелочки у нас. Опа, все горит. Так, а дальний у нас как включается? Пацаны, я не знаю, как дальний включать. Ебаный. А, на Е вроде. Во. Я просто обычно так ездил. Все, по кайфу, мы все вспомнили. Ну, поехали сейчас. У нас загруженность маленькая, стоит всего лишь 20%. Но, как видим, пробки у нас еще есть. Вроде бы, как еще писали, электроника ограничена скорость до 260, но это сейчас мы проверим. Вася на девятке тормози, ёпта, куда-то попер, блядь. Гелик тут едет. Так, надо найти теперь дорогу, где у нас этот, как его, автомагистраль, трасса какую-нибудь, куда-нибудь. Мы же на гелике, пацаны, нам не страшно. Пацаны, ну только мерцающий телевизор, это, конечно, жопа. А ну, газ в пол. Ебать, мы что, забуксовали? Ёпта, это жестко. Ну, идет, в принципе, неплохо. А тормоза? Ну, а тормоза похуже, пацаны. Ну, в принципе, как настоящий гелик, ёбаный в рот. Нифига не тормозит. Сейчас выйдем и проверим, будет ли у него максималка 260, или же поедет он быстрее. Но вот с оборотами, конечно, у него какая-то дичь. Он на 3,5 переключается, вот газ в пол, он на 4-то переключается. Тихо. Ебать, поместились. Два, еще и красный загорись, вообще будет весело. Ну ты проехал, значит, мне можно. Олень северный. Нахера он повернул направо, потом налево? Вот это вот вообще непонятки какие-то у нас. Пацаны, тормозов вообще нету. Это гелик какой-то неуправляемый. Представим, что этой аварии не было, нам приснилось. Едем дальше. Ух. Да вообще неуправляемый, пацаны. Реально, настоящий гелик, который нихера неуправляемый и слишком мощный. Ну тут 1000 лошадей, пацаны, и не пахли. Ну нету тут 1000 лошадей. Мы еще попробуем на трассе стартнуть с механической коробкой передач. Вот. Там с 1 до 3 вроде бы механика есть. Поэтому мы все-таки попробуем стартануть еще и с механикой. Давай тяну газ в пол. Не, ну стрелку ложит уверенно. Но мне кажется, мы не разгонимся. Так. Загородное шоссе, автомагистраль, поэтому... Алло. Ну, он вроде бы управляемый, но в то же время неуправляемый. Какой-то, ну, непонятный реально. Это жопа. Ну, вроде фары зато ярко светят. Давай, проезжай, ёперный театр. Вот он буксует, ёпта, и никуда не поворачивает. Ну, проверим, поедет ли он у нас 260. Он так непривычно набирает, такое, знаете, типа вообще такая, да ладно. Бам. Все, мы тута. 288. Мы смогли его разогнать. Ёпана, бро. А можно выпустить гелик, пожалуйста? Выпустить его с этого зоопарка. Блин, а вот ночью он какой-то не такой красивый. Потому что вот смотрите, сейчас я вам покажу его днем. Назад, ёпта, день. И влажно. Вот, смотри, какой он сочный, ёпперный театр. Давайте попробуем с механики все-таки стартануть. Я говорил, что мы попробуем. Включаем сейчас аварийку. Пошел. Алло, я вторую включил. Понятно. Заново, пацаны. Он вообще, он переключается, но короткие очень передачи. Ну, дальше, да, он идет вообще как-то, ну, он обороты особо не набирает. Он любит как-то в низких оборотах в районе 4000 ехать. Максимальную скорость, которую мы на нем развили, это 288 километров вроде бы, или 290. Вот этого вот я уже не помню. А ну сейчас попробуем. Ух, а как мы его зацепили. Ладно, ребят, такая у нас небольшая серийка вышла.
Про такой вот гелендосик очень, ну, мне лично понравился, пацаны, классный гелик. Я бы такой, ну, покататься на нем реально можно. Повеселиться, в принципе, едет неплохо, плюс у него тут, блин, оформление классное. В принципе, вот. А на этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был Зарэди, всем пока-пока.